Добрый вечер, дорогие друзья, я вас снова рад приветствовать на своем канале. И сегодня я хочу вам предложить переданный моей мамой старинный рецепт по выпечке постных пирогов. Вот действительно, когда среда и пятница, постные дни, а хочется что-нибудь с чаем попить. Но одно варенье же не будешь есть чаем. Хочется и пирожков постных. Но я вас уверяю, получается не хуже, чем пироги со сливочным маслом, с молоком и яйцами. Так, ингредиенты. Килограмм муки, стакан подсолнечного масла, 20 грамм дрожжей, 2 стакана теплой воды, щепотка соли, ну, может быть, щепотка соды питьевой. В зависимости от того, как вы любите сладкое или нет, от 5 до 10 столовых ложек сахара. Ну, учитывая то, что при выпечке сладких пирогов там варенье тоже будет, конечно, сладкое, не кислое, поэтому все-таки я кладу где-то в среднем 7-8 ложек столовых в тесто сахара. Вот. Но я уже не стал показывать, как беру муку, это возиться, и руки все в муке, неприятное такое ощущение. Вот. Поэтому я заранее уже приготовил тесто, раскатал его, то есть на 1 килограмм муки стакан подсолнечного масла, 20 граммов дрожжей, которые подошли минут через 15-20. Вот. У меня отдельно сейчас тушится капуста для начинки с луком. Вот уже сейчас будет готово. Осталось мне что? Вот раскатанное тесто приготовленное. Разделил я на 4 части. И буду сейчас его раскатывать и укладывать в противни, вот таким размером, чтобы не очень толстый слой получился. Потом буду накладывать варенье. Сейчас нужно еще подумать, какое, или сливовое, или яблочное. Ну, яблочное, мне кажется, лучше, потому что оно повидло не растекается, потому как если растекается варенье, то, естественно, будет подгорать, и трудно потом будет его с противня доставать. Вот, так что я уже заранее приготовил противни. Нужно смазать их подсолнечным маслом, венчиком. Потом все это сделаю. Вот, чтобы не занимать ваше время и свое, значит, расскажу вам еще, как делать присыпку. То есть, когда дрожжи будут подходить, в это время мука, сахарный песок и подсолнечное масло. Ну, естественно, щепотка соли, питьевой соды. Вот. И я делаю такую присыпочку, чтобы на варенье потом ее посыпать. И когда будут пироги готовы, я вам покажу, что получится. Уверяю вас, что так вкусно, что вы не захотите никакие печенья в магазинах спального масла покупать. Вот, значит, ну что, я думаю, сейчас я буду раскатывать это тесто на противне. Вам это не интересно, будет интереснее гораздо будет увидеть, когда пироги будут готовы. Но думаю, в течение часа я это сделаю и вам покажу. Вот так вот мы с вами договорились.